Спутник делает ПБ на Варлоке. Вау, интересно. Так, продолжается файт. Шейкер под хостой убегает от козы под хилом. Так, продолжается игра. В миде у нас... по сути, равная борьба происходит. И внизу, Виверу трудновато стоять против Искар. Ну что ж... на топе особо ничего интересного не происходит. Так. Что у нас по крипам? На топе все очень хорошо у команды Скаржей. В миде, в принципе, тоже. А вот внизу что-то тут идет не так. Войска вступили в бой. Ну, продолжаем смотреть. Аппарат керри на трипле. Интересно. Так, здесь лич у нас откидывают ноу. И дальше есть и ритуалом крипов. Это время дестроя парк. Не, это мы сливаем. Так нельзя. Так, ну, мидли, да. Даже очень равная борьба. И... на карте пока ничего интересного не происходит. Таморф не особо дает, хотя, так скажу, тут такая. Ну, руну законтролил, иллюзии, это уже хорошо. Так, Дума. Ну, Дума вообще не хило, ничего нету. Пока сапог. Вивер. Вивер тут плотно получает от Кускара эти копья и горит в аду. Так, на топе у нас, судя по всему, такой терпалайн. Так. Ну, скорее всего, тут будут какие-то мувы через лесную козу. Вот, началось. Так, атакует аппарата. Астрал, веника, шейкер откидывает фиссуру. И аппарат умирает, коза забирает аппарата. Плохо. Так, коза включает хил, и команда Скаржей начинает отступать. Так, морф миди фармит. Дум приносит себе банку. И дальше фармит. Получает 6 левел. Морф сейчас может получить, кстати, по бороде. Вот он и получает. Получил по бороде. Ну, все, морф тут отъезжает, это уже 100%. Так, Вивер. Ну, дела у него вообще плохо. Даже уч. Войска вступили в бой. Тут неравная борьба. Это что это Фускар? Дает два копья, и там уже без вариантов. На город напали. Так, в лесу тут у нас лич пулит мобов. Фармливает. Девочка-гопник. Девочка-гопник, отличный ник. Гопает нейтралов. Гопает нейтралов. Так, обсидиан фармит. В принципе, у него все очень даже хорошо. Ну, ник у него очень войска жесткий. Войска вступили в бой. Громче? Так. Раз. Так, за у нас фармит с кентавром лес. Куда вы там присели? Виномар. Так не, я говорю, ну типа тут не чтоб не сливать инфу и так далее. А, в интернете? Ну так оно ж слышно все. Будь твой вялый голос, если слышишь. Ну ладно, начинаем тогда комментировать по-жесткому. Слышишь, что это за пиво? Итак, Скар у нас фармит лес. И вполне успешно. Вивер принес себе хилочку и... пытается как-то его отогнать. Вась, куда ты ушел? Так, на карте пока ничего интересного не происходит. Думаю, есть стик и понес банку на базу. Понятненько. Так, на трипле аппарат купил базилу. Шейкера только кроме веточек и стика ничего нет. На мансера тоже стик. Посмотрим, что будет дальше. Так, ребят... с командой Скаржей на топе дела даже очень хорошо. В миде Дум убил Морфа, и сейчас у него есть такое более-менее преимущество. Но Морф забрал руну Регена и значит, продолжает дальше фармить. Так, а внизу у нас Хускар просто разрывает бедного Вивера, и он не знает, что ему вообще делать. Так, ну, потихоньку по крипчику забирает. Скоро может и накопить на колечко. Так, в миде у нас Дум.
кто-то тут пытается как-то подтерпливает. Да не. Так, нормально? Вот так. Раз, раз. Нормально? Вот так? Ага, все, я понял. Итак, на топе у нас Triple Line Synthoff. Ну, так сказать, даже очень сильно терпит. Тут сидя на полном фрифарме. И сейчас начну... О, команда с гаражей начинает нападать. Так, просто два совиных медведя. Так, два совиных медведя делают ураган. Так, лич тут в деревьях. Ну, выживает. Так, ну, ганг немного не удался. Так, коза теряет своего совиного медведя. И второй продолжает кастовать. Буран. Варлок попадает в буран. И... Ничего, тут ему ничего не сделают, по сути. Так, обсидиан тут дальше прифармит. У него по крипам даже вполне. Итак, на миде у нас морф у него. Так, хаст банки и дум. Который... Ну, не то, что сказать потерпает, он по левелу выше, но тут непонятно. Если будет какой-то ганг, то может как бы морфа там спокойно принять его 800 хп. А, не 800 для морфа, в принципе, да, так. Так, вивер тут у нас, дальше терпит. Так, у Хускара, ой-ой-ой. Тут у Хускара вообще все шикарно. Так, тут летит кура, о, шлемчик. Так, ну, где это? А, Дум на миде убивает и Икс пускает. Ого, что-то я провтыкал. 2-0? В принципе, неплохо. Да ладно, вас. Я есть на топе. Так. На топе у нас Obsidian Destroyer продолжает фрифармить. Ну, это будет, так сказать, печально для команды Сентов, если они не начнут что-то предпринимать. Так, тут... Начинается какая-то движуха. Сейчас она... Так. Хотя... Ну да, тут сейчас будет что-то интересное. Так, тут Диномастер застроился змеями. А, начинает нападать на козу. Так, коза включила хил, начинает его тачковать. Лич дал нового шейкера. Почти попал под кулфит, ушел отсюда. О, обсидиан. Сюда просто вообще, домой. Еварлок. Так что. Ну, 0.5, скажи, явно доминируют. Так. Морф миди фармит. О, получает левел ДС на пол хп. И начинает дальше драться. Интересно. Так, у Дума в банке ДД. На миде снесли уже тавер. Бывает. Так, Хускарн. Внизу вообще себя в шоколаде просто чувствует. Сейчас он купит себе доминатор или тот же самый армлет и начнет разрывать тупо все, что видит. Так. Обсидиан в это время убивает аппарата. Ну, у Сентов это трипл на харде, не знаю, тут он вообще как бы ну, очень жестко проигрывает. И, типа морф миди. Не аппарат на трипле, непонятно ему выпом. Все для меня. Так, лич уходит на базу. Хускар тут прессует дальше вивера. Ну тут 9-6 тут вообще. Бедный вивер. Не знаю, что ему делать. Ультимейтом тут пытаться. Вообще, ну, 3 капля и все, тупо пол хп уже в минусе. И по деньгам у него тоже не все так хорошо, как может быть. О, тут ганг. Так, ну, забрали Хускара. Так, Дум забирает Хускара. Так, счет в это время у нас 0-7. Команда Сентов не сделала еще ни одного килла. На топе тут Шейкер пытается фармить крипов. Виномансер его сейвит. Так, Обсидиан. Ого. Обсидиан у нас уже с форстафиком. Сейчас он будет веселить. Так. Что тут у нас еще? Дума в банке реген. Сейчас тут аппарат 5 левела может пожалеть, что он сюда пришел. Так, что у нас тут ульта? А, ну еще не скоро, в принципе. Так, дает кулфит, пытается что-то сделать этому Думу, но он уходит.
Так. Ну, на топе у нас просто фарм. Ничего вообще не происходит. Так, Лича, Брассер, Belt of Strange, Сапов. ТПшечка так. Сидя на Форстав, Базила и так Сапов. Так, Виномансера только Сапов стик. Что тут еще? Тут Хускар пошел в армлет. Все-таки я не угадал. С Доминатором. Так, тут какие-то движения в миде. Это Дум дает левел ДС. И что-то, значит, ой, ну тут Дум отъезжает. Тут и хилочка под аппаратом не спасет уже никак. Так, Хускар делает килл. Начинает дальше нарезать эту козу, и она умрет или нет? Так, коза пытается мансовать. Нет, мансовала. Ну, тут дабл килл делает Габлак. То есть не Габлак, а Фобос. Что-то я не помню. Так, Лич пытается сделать что-то этому Хускару, но... О, ну это трипл килл, понятно. Трипл килл у нас делает Фобос. И имеет довольно-таки неплохое количество денег на кармане. Так, морф. Ну, морфа, так сказать, не то, что печально, но между средней и печальной ситуацией. Так, ну у Вивера тут реально все печально. С этим Хускаром стоять, там, это было сложноватенько. Так, в это время у нас у Обсидиана появляется ПТ и Форстав. Так. То есть ПТ появляется, Форстав у него был уже. Так. Дум фармит мид. У него на кармане приличное количество такой денег. Думаешь, что-то из этого будет. Так, Вивер у нас ничего пока не нафармил. Дальше терпит Хардлайн. Так, Скар фармит вниз. И заметил этого Вивера. Так, ну, тут расстрелял иллюзий, пытается фармить дальше. Так, на топе у нас тут ничего не такого. Аппарат фармит на трипле. Варлок тоже тут. Пытались только что забрать Обсидиана, но тут Форстав. Тут уже никак. О, так нападение на Лича, так все. Лича, походу, забрали. Да-да, все, Лич отъехал. Там колдфит. И до свидания. Так, у Марфа три банда и бутыл. О, тут Мес заходит сзади и начинает атаковать. Забрали аппарата. Дальше начинают на Виномансера. А, нет. Виномансер попадает цеплёй, но коза утпшивается. Так, Морф тут что-то за вышкой забыл. Непонятно что. О, и тут его находит Дум. Так, он Морф включает перекачку, пытается убежать. Ну, он тут вряд ли убежит, потому что сейчас просто левел дес. Так, о, и тут еще попадает Виномансер под раздачу. И я думаю, он сейчас тоже умрет. Да, у Дума есть мана на левел дес. Double kill by Always Wanna Fly. Вася, иди сюда. Так, Doom фармит топ и... В это время у нас внизу отъезжает вышка, забирает ее Фобос. Фобос есть уже ПТ, армлет и ДПшечка. Так, Шейкер тут что там бегает, пытается подфармить. В это время у Дума уже появляется Мангва. Так, у аппарата ПТ, нул талисман и базилка. Не очень ситуация для 16 минуты. Так, ну Шейкер скоро может дофармить свои аркан-буты. Или может сразу пойдет в таггер, непонятно. Так, ну пройдемся по грипам. Шейкера 14, Морфа 48. У Виномансера 11, 81, ну, Хускара все очень даже хорошо, если он сейчас приоденет правильные темы, ну да, пошел в БКБ, то будет хоть как-то тут что-то решать. Так, в топе у нас тут начинается драка. Так, Лич дает ноу, да, это, ой, ты сейчас будут ловить Морфа. Так, он делает перекачку, пытается убежать. О, тут летел ульт, и Варлок забирает. От нейтралов отлетает, и Варлок тоже отъезжает. Ну, такой размен. Получился у нас. Так. Ну что, тут думаю, бежу, тут больше не так.
аппарат, запускает медульт, пытается как-то отпушить этот 60 лайн. Но я думаю, тут все-таки... Так, на топе у нас забирают Дума. Тихо, Скарб. Дальше пытается убить эту козу. И кажется, он ее убьет, да. Коза отъезжает. Дабл килл. Что ж, так, лично топешнулся, пытался тут что-то сделать, но лучше туда не лезть уже. Войска вступили в бой. Так, миди у нас пытались тут что-то подхармить. Так, у вивера у нас уже, тут Хускар под хастом пытается кого-то настигнуть, но никого не находят. В топе тут виномансер воюет с крипами, все ясненько. Чат Брастер, Белтов Стрэндж и Варды. Еще и Стик. Более-менее. В нижнем лайне вообще никого нет. Он пушится. Все понятно. Шейкер более-менее еще себя так чувствует сейчас. Как интересно, что он сначала пойдет. Скорее всего, это будет Дагер. Лич бегает по лесам. И так, на топе у нас... тут влетают в Дума Хускара и начинают его нарезать. Но тут уже ловит Дум и тоже отъезжает. Отъезжает Дум, но тут же отъезжает Хускар. Такой размен получился. Так, вот сюда приходит Морф. Начинается пушить лайн. А коза тут бегает, пытается что-то отычковать, но туда лучше не лезть. Так, пушится Тавр. Мастер наставил змеек. Тут Тавр уже отдается по-любому. Забирает у нас Тавер Морф. Морфа более-менее налаживается дела. Так, тут у нас Вивер пытается забрать Шейкера. И он, да, ему это удается. Так, возвращается ультом. И что-то он тут... Вообще, это кадр такой. Вивер у нас выживает и ходит на базу. Так, тут у нас Тавер отъезжает от баллисты. Команда Скоржей получает денежку. Так, тут коза находит аппарата. И что-то они разошлись. Так, у нас Морф миди фармит. И там больше ничего такого интересного не происходит. Все фармят свои леса. Тут Морф находит лича. Так, лич дает новую, Морф вейвается, так, сопля, аппарат, аппарата, лич, походу, отъезжает. Так, мастер раскастовывает ульт. И тут, тут отъезжает аппарат, то есть не аппарат, а обсидиан. Так. А, еще Хускарта забирает. Так, забрали еще у нас аппарат. Ого. Тут Дум включает филд. Пытаются догнать Хускара. Так, Вивер вешает на него медальку. Этот Шейкер отстанился, они пытаются убежать. Так, еще ловит Дум. Тут дела плохи. Так, тут Вивер дает жуков, это минус 2. Так, жуки, тут сюда левел дес. И Флай забирает Шейкера. Коза на лоу хп как-то тут еще ушла. По деньгам у нее более-менее пока. Так, Doom купил все еще Chainmail. Скорее всего будет Blademail. Так, у Вивера у нас тут медалька. Базила, Стик и ПТшка. Войска вступили в бой. Так, тут тем временем у нас Obsidian прикупил Огракс. Более-менее. Теперь как? Даже не знаю, как тут игра будет разворачиваться. Так, тут Морф пытается нападать на лича с тревелами. Так, и он уходит в репликейт. Игра начинает понемногу утихать. Так, Вивер у нас пушит низ. Тут виномансер ставит змейки в своем лесу. Так, тем временем Obsidian фармит топ. И у него неплохое количество денег в руках. Так, тем временем Хускар у нас еще покупает один шлем. Да, это будет Доминатор. И если его не зафокусить через Doom, то он будет очень жестко нарезать с этим Доминатором. Его будет просто не убить.
Так, Дум у нас сховал крипа на скорость и пушится мид. Так, Морфер пушивает и получает плюху. Тут Дум... Дум ориген, ему, в принципе, пофиг. Так, Морф делает репликейт и выводит его назад. Так, Морф блинкается и уходит в репликейт. Вивер тем временем у нас прикупился колечко. Ну, дела потихоньку налаживаются. Так, Иномансер фармит свои леса. Тут аппарат внизу. Пытается тоже что-то подфармить. Дела у него не самые лучшие в данной игре. Так, тут сейчас начинается на миде движуха. Так, Иномансер начинает застраивать змейками свою базу. Так, дает гейл, и тут шейкер отстанивается. Ой, дает ульт еще. Ускарп летает в Дума. Дум включает бэдмейл и дает Дум ускаром и начинает уходить. Так, ТП аут. Успевает. Что ж, отлично. Так, здесь у нас куда-то потратил свои деньги обсидиан. И Дум, и то есть Морф фармит низ. Ну да, он с тревелами сейчас будет очень жестко сплит-пушить со своим репликейтом. Но тревела тут, так сказать, если Дум словит, то это будет не лучший вариант. Так, выбивается обсидиана, обсидиан начинает его нарезать. Так, тут у нас и... Так, убивает морф обсидиана. Вот так вот. Так, миди тут у нас какие-то фишуры откидываются флипов. И тусят у нас тут аппараты шейкер. Так, в топе Вивер пытается себе что-то подфармить. Ну, дела у него более-менее наладились. У него есть 14 левел. И даже очень все неплохо. Ну, в плане левела вот по вещам так не скажу. Денег у него пока нормально. Так, тут тем временем у нас Хускар покупает доминатора. И сейчас начнется веселуха. Так, Дум у нас фармит низ. И пушится топ-лайн. Андеп Сентов. Вивер покупает худ. Имеется вот еще хп. Ну, тут этого вполне достаточно. Так, Морф пришел, отпушивает топ-лайн. Так, в миде у нас тут три Хускара. Хускар хочет кого-то въехать, но не хватает вижена. Так, Хускар начинает въезжать, но нет. Нарезает иллюзиями вышку, приходит обсидиан и начинает все это дело очень легко отпушивать. Так, тут непонятно, он пытался в Дума попасть, но что-то пошло не так. Так, ну, все начинают фармить свои леса и потихоньку становится... Так, а нет, тут у нас фарм лесов закончился и начинается пушиться мид у команды. Так, аппарат запускает в Дум, попадает по троим. Но одной ульты не хватит, чтобы остановить пуш. Так, Вивер пускает жуков, они ни в кого не попадают. Так, Номиномансер начинает застраиваться змейками. Это так, с этими змейками его очень трудно запушить. И ушли с мида. Команда Скоржей. Так, тут шейкер под хастом убегает от Дума. Вполне успешно так. Получает левел Death Morph, включает перекачку. Так, его перекрывает шейкер. И дает Дум шейкера. Левел Death. О, ну тут он походу, да, сгорает. Или же не... А, не, ему дает... Хускар его хилит. Отлично. Было немного отлить. Так, шейкер откидывает фиссуру и въезжает Хускар Вивера. Ой, тут Дум включает бэдмейл, и тут явно проблема у Хускара. Так, Вивер делает ульт и с фулл хп. Это скидывает обсидиан ульт и минус нули. Ой, тут коза тоже, походу, отъезжает. Но коза убила в это время аппарата. А, это... Это что-то напутал. Так, Морф тпшится в топ и начинает снова пушить. У него есть Госскептер. Ну, это явный выход на Этернал.
Так, у обсидиана уже, походу, есть денежка. Что тут? Или же нету? Ага, есть, вот оно. Скоро будет у него. Один веселый айтем. Так, вивер у нас тут, шейкер отстанивается, фармит грибочков. Так, вивер на него нападает, и смотрите, он его неплохо таки нарезает. Так, и думаю, он его сейчас даже убьет. Да, отъезжает шейкер, или не, не отъезжает. Да, отъезжает. Вивер мегакилл. Ну, так сказать, дип, который очень сильно терпел на харде. Но у него сейчас более-менее дела обстоят лучше. Так, коза пытается отпушить топ, но сюда тпшится Дум, да. Дум фармит с козой топ. В миде у нас тут Хускар тоже фармит огненными копьями. И начинаются какие-то передвижения по карте в обеих команд. Виномансер ставит везде змейки. Вижен. Более-менее такой есть. Так, тут пушится очень сильно низ команды синтов. Залетает ульта аппарата по двоим. У обсидиана тем временем появляется БКБ. Такой довольно ключевой айтем, который будет очень сильно ему помогать выживать в замесе. Так, тут начинается движуха. Так, вышли со смока Хускар и аппарат. Ну и, соответственно, Виномансер, который с ними тоже был. Так. Здесь у нас в миде сейчас, походу, будет какой-то файт. Так, команда синтов начинает... То есть команда скружей начинает пушить. Синты полностью закрываются себя на ХГ. Шейкер отстанивает фишурой. Ну, в принципе, тут очень... Ну, что очень, ну, сложно запушить. Так, вивер дает жуков, попадает по виномантику. Ну, их быстро сбивают. Так, у, тут дум. Почти. Ой, тут еще летит чайна. Лича, так. Скар въезжает, лича. Бывает. Так, у лича прячет в астрал. Так, флай забирает. Тем временем Хускара. Так, морф входит в Этернал и начинает убегать. То есть, вот. Тут ТП аут, так, сбивает левел десом. Все, морф отъезжает. Так, тем временем вивер у нас продолжает гнаться за аппаратом. Тут шейкер отстанивается фишура. Ой, ульт. Так, забирает тем временем дестройера. И шейкера тоже забирают. Что ж, бывает. Ну, очень хорошо даже, так сказать, залетел шейкер и забрал дестройера, который как бы один из ключевых героев команды Скоржей. Так, тут орехи у нас получают Дум и уходит. Давай, за что ты его? У, тут аппарат куда-то запускает ульту. Непонятно куда. Так, в миде у нас Виномансер пытается что-то себе прифармить. Тем временем у нас вивер пушит топ и, походу, даже может забирать тавер, если никто его не прилетит сюда дефить. Ты видишь? По моей, блядь, гайду. По моему гайду. Так, тут прилетает Хускар, отпушивает лайн. Что это за бруда? Так, на карте у нас ничего интересного пока не происходит. Так, обсидиан фармит мид. Так, морф вейвается в обсидиана, забирает крепочку. У, тут получает жесткие плюхи от обсидиана, получает перекачка, уходит. Ну и отстреливает адаптив страйком. Войска вступили в бой. У, тут дума палят змеи в инвизе. Так, и морф уходит в репликейт. Так, Дум ходит тут, пытается куда-то уйти. Тем временем змейка палит всю движуху команды Скуржей. У, тут Дум кажется, нет, не отъезжает. Так, он забирает шейкера, его не успеет ли заденайть. И, в принципе, такое неплохое. Вылазка в чужой лес. Тем временем у нас вивер фармит топ. И по деньгам у него, в принципе, жизнь почти наладилась. Так, у нас миди пытаются отпушить команда синтов. Иди, Веру. И
Морф таке, що це авто, питається, пушить, так, Вівер дає джоксков і хоче напасти на цього Морфа, так, і вони починають нападати, так, кидають на нього медальку, і тут дуже жорсткі плюхи по ньому проходять, під цим мінусом Мором. Так, Морф знову вейвається, вбиває три пліки, вбиває джоксков і далі дерується з Вівером. Вівер питається вбити свої репліки. Інтересно, так. Тут почти залетіла Попіо Кази, но не спіла заюзати достав. Так, тут починається Шейкер, вирвається на Казу і так, Морф входить реплікейт. Ну, Казі тут 1300 хп, тут їй вряд ли що-то зробиш одним Веномансером і Шейкером. Так, тим временем внизу у нас Обсидіан фармит крипочков і по крипстату у нього довольно таки неплохой даже. У меня тут БКП, форстав, Казила и ПТ, так. Можно даже пройти спа, поэтому так, у Шейкера имеется Аркан Буз, Брассер и Стик. Морфа, Тревела, Гостав, Три Банда и Маджик Вонд. У Виномансера ПТ, Маджик Вонд, Брассер, у Хускара Армлет, Огракс, ПТ и Доминатор. В принципе, все, что нужно для жизни у него пока есть. Ну и аппарата тут намечается даже Мека. Обсидиана тоже. Что? Войска вступили в бой. Я не слышу тебя. Вот так? Так. У Вивера у нас имеется худ, ПТ и хорошее количество денег. И медалька. Тем временем Дум у нас покупает Secret Relic. Ну, еще давно купил. Так, тут Дума, походу, забирают мидия. Так, Шейкер дает ульт. Дум пытается уйти. И у него остается 100 хп. И он... Да, он все-таки выживает. Тут Обсидиан открывается на аппарата и... Да, он сейчас его, походу, заберет. Нарезает его. Так, аппарат пытается как-то отманцовывать по лесам. Покупает ТП-шку, делает ТП-аут. Но это его не спасет. Тем временем Варлок заденайл тавер миде. И минус 100 денежки у команды Скуржей. Войска вступили в бой. Ну ж, так. Шейкер пытается что-то тут подфармить. Ускар идет фармить мид. У Казы тут скоро тоже будет больно очень нарезать с аганимчиком. У Вивера 6-0, ого, 118 крипов, неплохо. И по денежке, так, что-то купил. Так. Ага, вот оно что. Ну и игра потихоньку начинает утихать. Все пытаются что-то подфармить, никаких таких агрессивных мувов команду противника не делаю. Так, Вивер пушит топ, хочет забрать этот тавер. Знаю, пишется Хускар. И не дает. Так, он влетает. Хускар влетает в Вивера. Так, Вивер ультует и уходит. Да, ну по нему попадает ульта аппарата, но Виверу с пайпом тупо на это пофиг. Так, тем временем Лич. Имеет ПТ-шку, Брассер и Дрессочку. Более-менее. Так, Думф. Пытается что-то подфармить. Так, Обсидиана. Счет 5-3. Имеется ультимейт Орб, БКБ и Форстав. Если сейчас соберут Хекс, то это будет печально для команды Синтов. Потому что Морфы и Хускары будут очень легко фокуситься с ним. Так, Морф ТП-шится в топ и пытается пушить лайну. Но тут Вивер и нарезает этого Морфа. Ого. Минус пол хп, так, Вивер дает Eternal, адаптив, и Виверу тупо на этом пофиг с его худом. Ух, тут Шейкер приходит, останивается, закрывает Вивера, но он делает ульт, и благополучно отсюда ходит. Так, тут Варлок врывается на Лича, и тоже начинает уходить отсюда. Так, Обсидиан Дестройер тем временем у нас благополучно фермит. И у него дела очень хорошо налаживаются. Так, в топе тут у нас какая-то движуха непонятная.
у синтовку, що це мід. Так, ну пройдемося по фрагам. Шейкер 2.5.1, морф 1.4, у Виномансера 2.7, 8.5 Тускара і 1.6 апарат. Ну, тут явно не то, що преимущество, ну, по фрагам точно є преимущество команди з кружей. І їхні керри так більш краще одяг, ніж всі керри команди. А ні, тут у нас наметився дуже веселий темчик у Хускара. І Дум намагається звідси виходити. Так, дає на нього колфіт, Дум ходить. Так, тим временем Вівер у нас покупає Демон Едж і фармить міф. Тут Варлок у нас строїв. Так, ой, не вирвається на ліча, дає колфіт. Я з Вортекс. Ой, і тут Фішура збиває Шейкер і це мінус ліч. Это пахнет пушем топа. Так, Шейкер фармит крипов. Вместе с аппаратом в топе. Так, и тут миди Хускар врывается в Дума. Тут Дум включает Бледмейл. Хускар под БКБ, ему пофиг на этот Бледмейл. Ой, тут Дум летает ульта аппарата в Дума, и он отъезжает. Так, ух, тут Казаду жестко нарезают этими копьями. И забирают у нас Хускаром вместе с Варлоком. По суті, так, апарат у нас відпушиває мід. І Вівер теж щось тут на топі намагається робити цим крипам. Тут на фоні непонятно, куди входить. Так, тим временем у обсидіана діла дуже добре. І скоро у нього... Ну, навіть не те, що скоро. Да, буде хіксець. Ні-ні-ні, я не хочу. Я вас слухаю. Что ты слушаешь? Ого. Доброго времени суток. Доброго времени суток. Так, для меня обсидиан у нас ферметов вниз. Да я не буду, да не хочу. И... Не, да, не тут у него приличное количество денег. В миде у нас морф, у которого есть ультимейт орб и Эзериал Блейд. Это, в принципе, вполне неплохо. Тебя идут заменять. Да чего меня идут заменять? Меня. Ого. Так, Вивер у нас в топе. Що тебе питається підкормити? Денег. Іди отсюда. Так, по денежкам у нас... Пройдемося по команді синтов. Так. Шейкера. Я знаю. Шейкера, Арканбус і Брайсер. І так, зараз у нас тут по-любому почнеться якийсь екшен. Так, внизу у нас Виномансер з барабанами вже і куча вардов пытается отпушить нижний лайн. Так, морф стопа куда-то уходит. І так, на карте нікого нету. Судя по всему, так, залетает ульт аппарата, дает по козе и обсидиана. Ой, тут влетает чайна и обсидиана ульт и туба борода. Минус 3 от команды Скоржей. И ой, и... Да, тут Виномансер тоже сейчас отъедет. Просто ноль. И Экспиллион МЛ у нас Викид Сикс, МКБ, Пайпа и медалечка. Вивер, который очень жестко терпел в самом начале там. Лёня, ну что ж ты со мной делаешь, а? Да, Лёня сегодня нас радует. Так, ой, тут начинается погоня за морфом. Морф делает тэп-аут, да, спокойно уходит на нижний лайн, продолжает фармить. Тем временем Шейкер у нас перемешается на верхний лайн и Вивер фармит мид. По деньгам у него все более-менее. Так, счет у нас в игре 17-32 в пользу команды Скоржей. Так, все пытаются тут что-то подфермить. Ну, игра. Ой, тут врывается обсидиан на морфа, дают хекс и убивают его, да. Мега килл. У нас обсидиан с Аегисом, хексом и форстафом БКБ.
Сейчас этот парень будет очень жестко нарезать этого морфа. И Этернал тут не спасет. Так, формят у нас команда с коржей топ. И на миде тоже тут никого нету. Да, Миша. Так, на топе у нас тут пытается ворваться. Так, дает колфит лича. Кускар на него врывается. И да, это скорее всего минус. Строечка, иди сюда. Так, умирает лич. Так, Дум дает Дум Хускара. И тут попадает под кулфит. Включает Блэдмейл. Пытается как-то догнать этого Хускара. Так, Вивер тут у нас бежит за Хускаром. И да, это минус. Тем временем он тоже отъезжает где-то тут варлок от козы. И аппарат пытается уйти. Аппарат тут вообще куда-то шил. Аппарат, да, в леса, так именно. Ой, тут ТП от обсидиана, и да, это он зря сюда решил побежать. Так, хекс, три плюхи, даже, да, три. Unstoppable у нас имеет обсидиан дестройер. И да, эта игра, скорее всего, будет идти в одни ворота. Так, тем временем у нас пушится топ. Забирает тавер команды Скоржей. И у Сентов, да, пушатся все линии. Тем временем у нас Обсидиан еще имеет свой Эгис. И да, и они идут по миду. У Козы у нас Аганимчик и Войдстом. Так, у Вивера достаточно денег на кармане. Так, у нас Обсидиан врывается на Шейкера. Делает хекс, пытается как-то его протачковать. Так, Шейкер уходит. Но на нем же кил, он не может ублинкнуться. Так, Обсидиан делает БКБ, пытается нарезать морха. И тут Дум врывается на Шейкера. Еще левел ДС. И нет, Радиком съест. Да, левел ДС. Минус Шейкера от команды Скоржей. И тут Дум пытается сделать тэп-аут. И нет, его забирает Хускар. Войска вступили в бой. Так, и тут почти уль попадает в Обсидиан Дестройеру, но нет, он не ходит. Тут врыв от морфа, так, минус лич. Тут морф получает ульты и хекс, и вообще до свидания, так. Хускар отъезжает, так, минус 3 от команды Скоржей. И это явно пуш. Так, минус 2 стороны. Ну да, тут уже пошла борода. Аппарат один тут вряд ли что-то задефает. И Вивер этот с МКБ его просто съест, если он даже попытается отсюда выйти. Так, пушится у нас стоп-тауэр. Так, включается глиф. Пушка нарезает. Не хочет она нарезать грипов. Нарезала на героя. И пушатся враги. Так, залетает ульт от аппарата. Но тут тупо на него пофиг. И убивают враги. Так, Шейкер влетает в двоих. Ульт Шура. Слейв. И да, это минус обсидиан. Так, коза пытается тут как-то отстреляться, но она тут вряд ли уйдет. Она включает хил, и Шейкер не прошла тычка, и коза тупо выживает. Интересно. Так, Дум тем временем у нас плейт мейл и тревела. И пушится оранжевый барак у команды Сентов. Так, аппарат пытается тут что-то отстреляться, но... Так, Варлок тут нарезает этого Дума, но ему вообще пофиг на этого Веномайстера. И так, они пытаются как-то его зацепить. Тут Хускар прилетел и минус пол хп у Дума, нарезает его. Дум включает Блэдмейл, но это ему не поможет. Так, Дум 100 хп. Тут он очень выиграет, что вышел. И забирает Варлок Always Wanna Fly. Тем временем у нас Вивер прикупает террасочку и сейчас начнет тут веселиться. Так, дает жуков, так, получает Этернал. Ну, вообще пофиг на этот Этернал, ему читает ХП, но только слила. Тут лично не он. Запускает чайну. Так, уходит в репликейт морф. Так, Вивер начинает нарезать Хускара. Ну, тут Хускар с доминатором. И нарезает Хускара, да, он его убивает. И Вивер, да, сгорел все-таки от Хускара и яда Веномайнсера. И это у нас минус Godlike у Лёни. Счет 23-43, и да, это скорее всего
если сейчас пойдут, даже, в принципе, скажи, могут догадаться Рошана, чтобы именно на Верочку забрать Рошана и пойти просто все запушить. Тир 2 тауров вообще никаких тут нету, и можно пробушить вообще любой лайн. Так, обсидиан у нас тем временем покупает Мессер. И тоже, походу, пойдет фразочку. Козы тут, да, дела даже очень хорошо. 104-2. Ну, и 5 крипчиков убил. Ну, у него лесных много. Так, по лесным сколько? Где лесные крипы? Вася. Где лесные крипы? Ого. А, вот, нейтрал килс. Ого, ну в порядке, в принципе. 120-очка уже есть. Так. Здесь у нас обсидиан фармит низ. И у него скоро будет, я же говорил. Скоро будет расочка. Так, здесь у нас врыв на морфа, дается дум. Левел дес. Да, это минус морф. Коза забирает морфа. И все, теперь время пушить. Так, тут аппарату прилетает ультимейт орб. Ого. Даже так. Так, шейкер у нас влетает двоих, делает ульт. И тут залетает ульта Прата, да, и мека юзается, но бесполезно. Так, дух включает БМ, пытается уйти. Хускар под БКБ тут нарезает. И да, это минус коза, скорее всего. Хускар ее просто съедает. И еще тут колдфитом его аппарат. Дабл кил. Тут вивер врывается на Веномансера. И тут такие плюхи, что вряд ли тут выживет наш Веномансер. Так, Дум тут. В Дума въезжает Хускар, и Дум встречает Ледмейл. Так, на нем кулфит. Так, Хускар его не бьет. И так. У Дума, так, последняя тычка долетает от аппарата, и Дума забирает. Но тем временем Дум у нас забрал Веномансера. Так, тут Вивер у нас гонится за Хускаром. Хускар пытается уйти, но включает хил, так, делает ульт и пытался нарезать, но. Тут без вариантов, тут вивер пол хп еще с ультом. Так, тем временем у нас, о, обсидиан тут уже фармит вражескую базу. И ему прилетает тарасочка. Да, это ГГВП. И вивер пушит топ. И да, это скорее всего минус бараки. Так, здесь приезжает морф, пытается что-то дефиться иллюзиями. Но тут, так, тут, оу. Так, вот Этернали делает у нас обсидиан БКБ и нарезает шейкера. Ух, две плюхи ульт, все, до свидания. Морф вообще на лоу хп уходит на базу. И да, это минус бараки. Вивер сюда еще приходит, и они тут сейчас будут развлекаться под вражеским колодцем. Лич тоже начинает смещаться вниз, и тут еще с тревелов приходит, да, это минус нижний лайн у команды Сентон. Так, Дум у нас проходит в морфа. Ну, морф вообще как-то непонятно стоит, фармит грибов, и тут ню вообще Дум. Очень легко было запустить. Так, тут пушится у нас мид тавер, и да, это минус последняя сторона у команды Сентов и мега грибы. Тут вивера пытаются как-то нарезать, но ему тупо пофиг на всю эту движуху, потому что у него есть трасочка. Так, тут ульт делает Веномансер, но Вивер делает ульт, и в итоге ульт Веномансера уходит никогда. Так, тут паучки, жут астрал, и да, это минус аппарат. Так, залетает чайна, и да, пошла тут дальше по шейкеру и Хускару. Так, Хускар, походу, у нас хочет, да, въезжает Лича, под БКБ, да, он его убивал. Нет, о, тут сейвит его обсидиан. И так, тут шейкер влетает, ульт. Стан. И да, это все, это минус база. Бать, я вообще не раздублялся, понял, ты это все проговорить, но вообще не раздуваешь, типа, такой пиздец. А, блять, просто потрачиваешь. Ну да. И минус все, дерево все, жизни у команды Сентов. ГГВП, команда Скоржей побеждает. Наушнички, Вася. Наушнички забили. А что, тебе ворот наушники? Я сейчас возьму.
Так, подожди. Вот ты мне показал с нынешним чемпионом, блядь. Соня, 51. Подожди, здесь автограф. Да, я автограф. Автограф. Вот, понимаешь, как он поднял, так и в пятером. Я не услышал. Короче, я профи, он, это его пришло. Это он, понимаешь? Ну ты так же сказал? Не по тому, блядь. Он один, как вообще. Давай, блядь. Я понял, ты вас приезжает? У вас приезжает фоткаться с киевскими типами. А нет, с Одессой еще. Гирик в прошлый раз, с Гириком фоткался. Я просто так пофоткаюсь, что блядь. Потом ВКонтакте. Если ты не хочешь, ну давай.